Друзья, привет, гости канала. Сегодня вам научу вас, как увеличать звук на своем телефоне мобильном. Это очень просто и легко. Первый способ, он будет для всех мобильных телефонов. Значит, смотрите, нужно будет скачать такое приложение, которое называется Lonely. Когда вы его установите на свой телефон, вы дадите ему разрешение, вы убедитесь в том, что звук реально легко увеличить. Вот тут можно вот так вот увеличить Volume, тут можно Basics, тут можно Advanced. Сделать вот так вот, и у вас будет громкий звук. Где его взять? Нужно зайти в телегу, скачать такое приложение Lonely. Оно вот на телеграм-канале есть моем, можете убедиться в этом. Вот так вот вверх спуская, поднимаясь, здесь вот Lonely, и установить на свой телефон. Второй источник, где можно взять, это зайти в настройки и вот здесь вот в поиске написать вот, перейдя на уже русский язык, написать регион. Регион. И здесь вот в регион установить Сингапур. Это самый будет системный звук. Он поможет вам реально увеличить звук. Потому что в Сингапуре нет ограничения на звук. И реально будет звук громче. Третий способ тоже очень простой. Нужно будет просто зайти в настройки телефона, найти звуки вибрация, и вот здесь в звуковых вибрациях, в самый низ, звуковые эффекты. Здесь будет пресет, у вас 100% будет стоять видео либо музыка. Нужно установить голос, и вот этот вот пресет дает как раз не качество звука, а громкий звук самого телефона. После перезагружаем телефон и наслаждаемся громким звуком. Пользуйтесь.